ошибок. Я ребят предупреждал, говорю, чем меньше будем ошибаться, тем нам легче будет играть. Но сегодня опять нормально вели игру. И при счете 2-0 вот это нелепое удаление, выброс шайбы. Получаем 2-1 сразу. Еще тяжелее стало играть, но хорошо, что в конце забили большинство. Как бы. А игра получилась очень хорошей. Після поразок на старті чемпіонату ви четверту гру поспіль перемагаєте у Кривбаса. Можна Кривбас назвати зручним суперником? Я говорив, що Кривбас дуже хороша команда. Навіть з уходом лідера, ви бачите, як сражається, як б'ється кожен матч. Ой, очень приятно с ними играть. Я еще раз говорю, что очень приятно, что в Днепропетровской области есть такая команда. И хочу поблагодарить болельщиков и наших кременчугских, которые приехали нас поддержать, и Кривой Рог. Болельщиков очень здорово, приятно играть в такой атмосфере. Спасибо им.